С 4 марта в библиотеке Академии экспонируется выставка творческих работ «Творим красоту своими руками». Эта выставка приурочена к Международному женскому дню 8 марта. Как правило, женщины не только успешно работают, занимаются домашними делами, но и находят время для своих увлечений и хобби. Так вот, на этой творческой выставке представлены разнообразные работы. Кстати, не только женщин, но и мужчин. Это и вышивка, это и макраме, плетение из лозы и соломки. Ну, в общем, полнейшее разнообразие. На выставке также экспонируются журналы и газеты по прикладному искусству, декоративному искусству. Подготовлена выставка, которая называется «Творим красоту своими руками». Здесь представлено большое количество различных работ. Вы видите, значит, экспонаты из лозы, из соломки. Есть также, значит, вышивка крестом, замечательные картины, да? Вот бог, шоколадница, также вязание. Видом творчества является скрапбукинг. Смотрите, какие замечательные ежедневники можно сделать своими руками. Открытки. Да, своими руками. Вот еще мне вот эта вот открыточка очень нравится. Смотрите, восьмерочка, да? 8 марта. Такая открыточка. Thank you.
было 200 рублей. Подготовлены, значит, книги. Очень много на выставке находится периодических изданий. Это газеты, журналы. Приглашаем всех желающих посетить эту замечательную выставку, полюбоваться красотой и высказать свои впечатления о ней, поделиться впечатлениями.